Но прежде всего я хотел бы благодарить работников авиакомпании «Пулково», всех тех летчиков, инженеров, техников, рабочих, которые эксплуатировали самолет Ил-86. Потому что какую бы надежность самолет конструктор не закладывал, успех эксплуатации, безопасность полета в значительной степени зависит от тех, кто его эксплуатирует. Вы эксплуатировали самолет, на мой взгляд, я сделаю одну паузу, не буду ничего тут говорить, вы сами поймете. Но вы эксплуатировали его отлично. Поэтому я от имени нашего коллектива Ильюшинского, который создал эту машину, создавал ее не один Новожилов, создавали талантливые конструкторы, хочу поблагодарить вас и пожелать вам новых успехов и, как говорится, экипажам чистого неба, мягких посадок, авиакомпании, хорошей загрузки пассажиров, ну и, естественно, по теперешним временам, хорошей прибыли, что не так просто получается в любой авиакомпании. Вот этого я вам от души желаю. И обеспечение безопасности полета. Всех с праздником. Желать вам всем успехов, здоровья, счастья. Значит, Генрих Васильевич собирался приехать, мы с ним обговаривали, и вот до его отпуска. Ну а потом, когда уже август месяц начался, а здесь, значит, событие открытия Макса, у него сегодня 50 лет авиаэкспорта, он его, так сказать, создавал. Ну и поэтому мы с ним договорились, что поеду я, как представитель фирмы, а мы собирались приехать. Ну, я, значит, привез от него поздравления, им лично написанные. И я сейчас его с вашего разрешения зачитаю. Коллективу первого летного ленинградского авиационного отряда. Дорогие товарищи, сердечно поздравляю вас с Днем воздушного флота. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и удачи во всех делах. Мы, ильюшинцы, благодарим вас, благодарны вам за успешную эксплуатацию и любовь к самолету Ил-86. Сложная ситуация, связанная с безграничным, безразличным отношением к авиации, не дала возможности продолжить работу по широкофюзеляжным самолетам. Посылаю вам статью журнала «Крылья Родины» о 30-летии эксплуатации самолета Ил-86. В статье рассказывается о планах, которые, к сожалению, нам не удалось реализовать. Еще раз, дорогие товарищи, примите наши поздравления и наилучшие пожелания в день авиации, который любил, любит и будет любить наш народ. Еще я принес, значит, да, но я не закончил. Извините, не закончил. В руках, это вы уже вспоминаете, в руках я держу знак 25 лет Ил-86, сделанный из чистого золота. Так авиаторы Пулково отметили окончание, точки забыл, извиняюсь. Окончание полетов и прощание с самолетом, Сколько у тебя? Генеральным конструктором он... Алексеевич, возьми, может, очки попробуй. Два. Ну, у меня... Нормально. Да не волнуйся. Нет, нет. Возьми, значит, если лучше будет. Генеральным конструктором он вручен под номер 1 с бриллиантом. Лучшей оценки трудно представить. Она относится к конструкторам, ильюшинцам, которые мотористам Николая Дмитриевича Кузнецова, ученым ЦАГИ и многим организациям, чьи агрегаты стоят в системах самолетов. Искренне восхищаюсь
нашим экипажем Эдуардом Кузнецовым, Жорой Волоховым, штурман Четким и бортнулем Якимец. Ведущим инженером Кругляковым, выполняющим первый полет центрального аэродрома имени Фрунзе на Ходынском поле города Москвы 22 декабря 1976 года. Значит, вот это выдержка из журнала «Крылья Родины», который, так сказать, подписал наложил, мы отдельно, так сказать, выдержку взяли. Ну, я вам его передаю, то, значит, он подписал. Так, а вот еще есть у вас один организатор. Сергей Владимирович. Да, это книга. Подойди, сними. Подойди, пусть тебе вручают. О себе и самолетах. Ну и как всегда он подписал здесь. Автограф его. Автограф. Его личный, это все. Поэтому я как вам организатор. Не торопитесь. Там цифры, факты о развале авиации. Этот мастер сидит. Так у нас есть вот еще мастер. У вас завтра закрыли. Звонил сегодня утром самый бедный сын еврейского богатого народа, Игорь Лазарев. Всех тоже точно поздравил. Он там два раза прогулял. На третий раз выиграл. Я ему сказал, что так можно. Еще... Как говорят, раз у нас сегодня день такой встречи, юбилейной, как бывает, говорит, награда нашла героя. Я это вручу сегодня награду этому человеку. Называется удостоверение нагрудному знаку гражданской авиации за безоверный налет часов первой степени. Награждается Янушевский Анатолий Сергеевич. Что касается... Как договорение на лед? Похоже. И сколько он летал? Тысячу часов! Ну и что, чтобы не спрашивали, что касается меня, все спрашивают, а сколько ты будешь летать, ты же уже дед старый. Ну я отвечаю, чтобы потом вопросов не было. Я буду летать до тех пор, пока руки держат. Очки и глаза видят тех. От 19 и больше тысяч, безусловно. Ну, повезло, как говорится, мне случайно. Когда вы помните, перед 2006 началось оформление документов на безаварийные знаки вот этого поколения. Когда уже новая система была, работа не было, все прочее. Очевидно, вот это оформление, продлило мне. Затянуло. Но в этом... Мы начали с буквы «Я». Супротив, отбавил. Нет! Поэтому разрешите мне от имени даже нынешней администрации авиационной поздравить всех вас
с этой наградой. Это, конечно, не моя, это ваша награда. Но поскольку я в вашем списке, мне повезло. Спасибо вам большое. В воздухе, в земле это не однократно. Есть штурман, который летает, ездит или на машине по GPS, который... Это все шутка. Действительно, да. Казалось бы, что пора уже сейчас пошли в воздухе. И... Не за что. Не о чем говорить. Но мы-то летали когда. А в наше время это были глаза и уши. Мы-то были ленивые летчики, тупые. Половина тупых, половина ленивых. Поэтому штурма были нужны, поэтому предлагаю. И видели, и говорили, и помогали. Да, и да, наводили. И говорили еще. И да, наводили. И говорили. Это мой отношение к тройке. Не на русском языке. Так что все было сполна. Поэтому здесь предложение. Большое летческое спасибо. Да. За Сурманов? Нифига себе! Сурманов. Второй пилот! За Сурманов! За Сурманов! Виктор Николаевич! Второй пилот! За Сурманов! Молодец! Огромное спасибо! Короче говоря, не хочу затягивать время и, так сказать, утруждать ваши головы тем, что мы все прекрасно знаем. Что на земле, что на борту, а никому не секрет, что на борт приходили к нам, ребят, те, кто очень здорово отработали на земле в свое время, правильно? И так же и было, проходили через цеха, отрабатывали, приходили, летали на одном типе, на другом, на третьем, а потом и на наш прекрасный, замечательный корабль Ил-86. Так вот, я хочу сказать, что, ребята, все мы прекрасно знаем, я могу к вам обращаться, ребята, потому что мы сейчас все в одном статусе, за исключением тех, кто действующий. Но я думаю, действующий не будет на меня обижаться. Я считаю, что командиром мы были командирами, вторыми, третьими, четвертыми, инженерами, но мы сейчас все пенсионеры, все мы ребята. Ребята тех лет, тех наших прекрасных, молодых, замечательных лет, когда мы хотели быть летчиками. Когда мы хотели создать свое небо. Кто-то хотел быть летчиком, пилотом, кому-то не повезло, я имею в виду, стали штурманами. А может кто-то... А может кто-то... Не хотел стать штурманом. Но абортинженеры... Абортинженеры, они по жизни люди, ну это вот эти самые... Муравьи. Те, кто вас атаковал. Любит, понимаете, ковыряться, копаться в чем-то, в таком-то. И самое главное, что те, кто любили копаться, и кто, понимаете, вот это копание делал своей целью в жизни, разбирался до конца, они оказались очень даже нужными в авиации. Они не только на земле, но и в воздухе, они, вы представляете, были людьми очень даже сведущими и понимающими в своем деле. То есть докапывались до истины. И прекрасно, я не хочу, понимаешь, выделять всех по фамилии, вернее, каждого поименно, но всех я хочу сказать и отметить. Ребята, те, кто с нами летали, бортинженеры, замечательные, грамотные люди, без которых ни летчикам, ни штурманам невозможно было совершить ни один рейс. А на земле, я вам скажу, вы вспомните, зима, мороз, прилетаем, мы в самолете. Мы тепленькие. Посмотришь, ребята, выходят, мороз, все. А они же идут в этот мороз. Не только они встречают, колонку ставят, машут тебе, заруливают так. Но и потом они копаются в этом нашем самолете. Ведь это нужно иметь такую любовь, что потом мы могли бы на этом самолете снова продолжить через энное количество лет, а может другой экипаж, другой рейс. Согласны, что наша... Ребята, инженеры, это золотые руки. Валера, ты сейчас подожди. Я не хочу, ребята, мы в одну кошелку. Вы извини меня. Но ты уж давай так. Мы по очереди.
давай охот инженера. А наземные ребята, это особая каста. О них отдельное слово должно быть. Конечно. Поэтому давай за борт инженеров на тебе закончим. Давай. Давай. Ну я не техническом виде, но ихняя преданность, она не меньше, чем наша вся романтическая. А вы сами понимаете, что в тех условиях, которые их поставила эксплуатация любого самолета, да, выстоять в течение 40-50 лет работы на аэродроме, причем начиная, ну вы знаете, с самого такого, ну не самого презентабельного, колодки поставить, только отвертку доверяют и все прочее, потом вырасти до высококвалифицированного, которому доверена почти космическая техника, и надо отдать должное в нашей стране широкофюзеляжное, многоначиненное на уровне космического корабля, и работала она, неважно, есть агрегат, а он все равно выполнял свою функцию. И мы с вами летали 40 лет. Спасибо вам большое. Молодец. Я хотел бы, во-первых, сказать прекрасное слово о нашем самолете, потому что вот буквально на прошлой неделе я увидел, придя на работу, я увидел в Пулково самолет Ил-96-400Т. Он как бы, можно так сказать, крючок нашего Ил-86. Красавец, такие же у него формы. И когда я зашел в кабину, я, пообщавшись с инженерами, я сказал: ребята, я вам честно говоря, я работаю нам тоже на новом, как можно сказать, отечественном самолете, но все равно я вам белой завистью завидую, потому что вы на таком корабле шикарном работаете, потому что действительно вот из него можно и пассажирский сделать, ну просто красавец. А во-вторых, я был тут ТОС про инженеров, и до этого был ТОС за товарищей наших летчиков, штурманов, борт-инженеров, которые ушли в вечный полет. Я бы тоже хотел сказать тост про людей, которых мы никогда не вспоминали, но которые, в общем-то, научили нас работать. Часть из них вот здесь у нас сидит рядом с нами. Слава Иващенко, Толя Петров, это люди, которые еще застали Ту-104, Ту-17. Ну, седые. Да, седые, да. Вот это люди, которые нас, пацанов, учили работать. И, к большому сожалению, вот много наших учителей уже нет живых, но и многих из них. Это Березкин Геннадий Андреевич, это Приборис Ил-86, который ко мне не иначе как к сыну не относился. Да. Горелов Аркадий, мой вообще радист, техник по радио, который меня учил всему. Зизюлька Геннадий Андреевич, Гена, которого все прекрасно знают. Это лучший, один из лучших вообще инженеров от МГРДОС. И я просто боюсь, сейчас список будет очень длинным. Поэтому я хочу, в общем, выпить вот за наших наставников, которые нас учили на этом самолете работать. Учили работать так, как вообще работали всегда в СССР. Эта школа советская, она была одной из лучших. И вообще ленинградская школа, она была вообще всегда... Лучшая ДФ наша. Да, да. Да. Поэтому давайте выпьем за наших наставников, за нашу техническую школу, которая позволила нашему предприятию в свое время быть одним из лучших вообще в стране. Память. Я хочу... Не смущайся! Авиационное братство, особенно, сколько мы его не топили, не били, этот Ан-2, но все мы оттуда выросли. Не топили, не били. Давайте выпьем за наш родной Ан-2. Давайте. А вот мой учитель. Это мой инструктор. Он меня водил.
строй и учись. До сих пор живет. Давай, Валера, за наш Антон. Здесь собрались те, которые ни одно десятилетие пролетали. Те, которые дали самые лучшие годы своей любимой профессии. Кто пилот, кто штурман, кто инженер, кто наземный инженер. Но всех нас объединяет одна любовь большая. Любовь называется авиация. Все пришли в нее по призванию. Те, которые пришли случайно, их быстренько жизнь отбросила на обочину. Их уже давным-давно в живых нет. А я очень рад, что я вижу родные, близкие лица, с которыми не одно десятилетие. С кем-то с училища, с кем-то здесь в Питере, на разных типах прошли. Все достойно прошли, достигли больших высот, уровней. Ребята, я очень рад, что сегодня хоть мало нас собралось, но собрались люди очень преданные. Преданные этой авиации. Это любовь на всю оставшуюся жизнь. И вот пока будет сердце биться, пока вот тут в мозгах будет все, это будет вот эта любовь продолжаться. Я хотел бы, чтобы следующая наша встреча, это будет 9 февраля, день рождения гражданской авиации. Ребята, вы знаете, что вот это здание, неважно где мы, на первом этаже или на втором этаже, где мы будем, найдем место. Но чтобы было нас больше. За вас, я за всех. За здоровье. И за нашу большую любовь, авиацию. Огнями светит ласково, все равно, дом родной для летчика гражданского, куда ни глянешь без конца, лежат пути высотные, стучат рабочие сердца. Витя!
счастливо добраться.